прикольно, полкиложки. Там киложка. Тут и гору на вялку. Да, Егор? Так, сейчас будем чистить рыбу. Что-то надо делать большое. Кто-то там по хозяйству. Вот это большое. А кто-то ушел грибы смотреть. Захотели грибовницу. Не знаю, она собирает, что нет. Червивых-то полно. Может, что-то наковыряют. А так грибовницы хотят. Смотри, опять поднялся. Если такой же будет вечером, опять вечером не будем проверять. Так, ребята пришли. Грибов в нашей степи нету. Взяли только два красных, несколько сыроежек. И видели еще пять червивых. Все. В нашей степи здесь грибов нету. Большие лапти там видели, там уже переростки уже, нового роста еще нету, может будет. Ну и там мужичок знакомый говорил, где-то волнушку уже собирал, но мы любим собирать ее в сентябре. Все, будем варить суп, как его, гороховый, из пакетов. Потом жир закидаю, да? Значит, жир отсюда убираем, да? Я сейчас морковки-то на труп, ты зажаришь, сделаешь. Да. Ну как недавно, часик назад. Здесь всегда нет. На их ковшик ее специально принесла наливать их. Так. Будем кидать без жира. Жир девчонки не едят. Сегодня у нас тушенка Вова, говядина. Это Денис брал. Тут жира-то не ахти. Ну, в других... Это хорошая тушенка. Нет, мне все равно Борис Игревский больше нравится. Мне это больше нравится. Так, главное, это жир куда-нибудь потом пойдет. Куда-нибудь втихаря потом сунули. Я думаю, он горошковый. Я не хочу горошек. А это уже никого не волнует. Да. Ты никакой не хочешь.
так, не надо. Я что-то тебя вообще не видела. Ни с пилой, ни с чем. Не, ну с пилой можно научить по-нормальному-то пилить, чтобы и рука подальше была. Понятно, чтоб он не вытащил, но и так, чтоб я потом не это. Там фонарь горит, что ли? Все разобрал. Все, тогда ты разрешил, все, все дрова твои в расход. Че, как по лесу-то походил, нормально? Лучше не скажешь. Да, да, там рыба у нас. Где же у нас нас? Так, да. Жарится? Да. Жарится. А кто-то отлынивает, кто-то читает, кто-то кино смотрит. Как они говорят, мы приехали в лес отдыхать. Ты что забрался так высоко? Высоко сижу, далеко гляжу. Ага. Где ящерица? Есть? Побежала уже? Нет, маленькая вот. Там. А я-то большую видела. Как заснять я смогу ее? Где она? Где она? Вон. Где? Вот. Ни хера себе ящерица. Меня в такую камеру и не возьмет. Юка меня смущает. Смущает? А, еще надо все это сделать, доброе дело. Там же еще осталось немножко этого укропа свежего. В газете, где огурцы, помидоры. Сразу же раз, хопа, помыли, да? И нету. Так, тут хотят два гриба сварить. Сырочки-то не кидай туда, Егор. Их потом отдельно надо будет жарить. Горячущая пока тут оставить. Ну и нормально, хоть чуть-чуть. Так. Опа. Колбаски туда еще копченой. Чуть-чуть про колбасу не забыл. И укропчика тут чуть-чуть еще более-менее осталось.
Завтра руки сварим, а завтра коробку опять. Я спрашивал, он сейчас. Ты смотри, руки чистые. Ха-ха, они же в этом. Это нормально, да? Это помоется. Вот это только что кипел, его просто рядом, глянь, снизу поставь, чтоб не остывал бы. Давайте мыло возьмем. Да что такое-то, они возле меня летают. Кстати, ты заметила, что никого больше не трогают? И что дальше? Да. Сюда вот не ходим. Нет. Денис тут еще пособирал. Ездили. Вот дальше ребята идет, друзья. Денис ездил, да, вырыбачили, там вылазили, немножко пособирали. Это он до этого собирал. Это я сходил тут, пособирал сыроежек. Сейчас почистим. Да пожарим. Дождина идет. Я не брал с собой камеру. Хотел поснимать там грибочки. Затопили баню, но мыться не будем. Затопили для того, чтобы сделали из нее сушилку. Потому что постирались и так промокли. Короче, сушимся. Не знаю, будет видно, нет. Ну тут вся баня завешена. Веревок натянули, навесили, все, все сохнет. Утром сюда, вечером туда. Прикрутила, да? Да. Муха да. Только не такая муха, другая какая-то. Такую то есть тоже ползет везде. Она не такая, она на муравья почему-то похожа. Тонкая такая, это другая она была. Еще какая-нибудь появилась. Действительно, сегодня...
аптеку, да, даю совет на приеме? Да, совет. Я тоже в аптеку. Да, ты сыроежек обязательно всю эту пленку надо снимать. Сильно, слабо. Сырышки потом пожарим, грибочки там еще варятся. И на ужин еще будет сегодня рыба жареная, щучка. И сейчас что, картошки почистим. Картофан, пюре, лук еще пережарю и в пюрешку. Погода не айс. Ветер и дождик. Моросит такой противный. Радио базаришь. Это салат просто или что-то? Да. Ну как, один помидор с майонезом делать. А нас принеси. Молодежь в картишке балуется. Не снимай. Что с другими кусками здоровыми? Ты что, зачем? Ползу кусок, ползу кусок. Что тут мелкие? Ветрище штормовое. Что, друзья, мы поужинали. Кто-то рыбку жареную с картошкой, с пюре, с луком пережаренным. Кто-то грибовницы поел. Сыроежек не стал сегодня жарить, завтра пожарю. И что, и так все есть. Сейчас посидим там, в картишки поиграем и в люльку. Увидимся завтра. Завтра у нас 6-й день, завтра еще не домой. Так что не переключаемся. Своих посадил, да? На ушлепа. На ушлепка. О, хорошая. У меня 6. Один. У меня тоже 6. У тебя не муби. Я могу ей тоже ходить? Так ты только ей можешь кушать. Да? Помнишь, когда перебить? Нет. Больше карты, чтобы. А? Не обязательно такую, просто побольше. Сжать там семерку. Вольта у тебя все игры. Вольта. Кидай вольта, чтобы мелочи скидывали.
Друзья, доброе утро. Шестой день у нас начался пребывание в тайге, на озере, в избушке. Говорю, доброе утро, вот. По идее, но нифига не доброе. Что-то какая-то погода пасмурная, опять ветер. Такую погоду щучка вообще плохо берет. Но ничего. Мы уже, как всегда, позавтракали. Сейчас все равно поедем. Прокатимся, железо проверим. Ну и потом сюда обед. И тут бытовые делишки. Есть еще на кое-что поделать. Все, умывается, чистит зубы. Еще сижу, друзья. Живчиков ловлю. Сегодня поехал я один на маленькой лодке. И там втроем поехали на большой. Они в одну сторону, я в другую. Три штучки поймал пока. Ну и все, как обычно, камеру включил, и все, и не клюет. Надо выключаться, наверное. Сейчас поплывем туда, там, где ветер. Ну там железы, размотки будут, и включусь. А, Иришка в избе осталась сегодня. Друзья, включился, есть размотка. Тут гагары плавали рядом. Пока что-то ничего не ходит. Нет, друзья, что-то сидит. Сидит что-то. Ну, вроде что-то небольшое. Так. Да нет, что-то такое съедок. Главное, чтобы было съедобное. Мотает все тут, мотает. Опа! Вот так люблю я брать это. Вот ты, зараза, блядь. Вот так тянет. Ну да, друзья, съедобное. Полкилошка больше даже. Все бросаем. Так, все, стоим, Зорька. Хотелось бы солнышко, конечно. Что-то его нету. Не
тут пару сорожек было. Сорогу насадить. Сорогу насадить. Давай. Что, все равно мало, что ли? Понял. Так, эти тоже там острова проверились, погнали в тот угол. На веслах тоже есть в чем-то свой кайф. Себе потихонечку гребешь, когда по ветру. С рыбалки приплыли, у Дениса ничего там не попало. А у меня вот, которую я снимал, щучка одна. Ну, грамм 600-700 может. Вот так. Ну все, сейчас бытовуха, дела и так далее. Заснимем, все. Денис говорит, я уменьшаю, сейчас проверим. Почти килограмм, говорю, что ты уменьшаешь все время. Но... Да, друзья, 915, а я говорил 600-700. 200 грамм уменьшил. Короче, если на 200 грамм поймаю, она будет вообще ничего. Будем подтягивать, чтобы до туда дошло. Чего? Ну, у нас же толще. Чтобы сюда зашло, подтягивать здесь. Да. И ничего. Так, любовь, все, чтоб лучше это было. Чтобы вот здесь стояло. Ну. Блядь, подожди. Снимать-то вот здесь вот. Вот. Потому что она лежит, да, на этом? Не-не-не, она просто так идет.
чернику? Нет. Егор не поедет? Егор, да? Ты нет. Папа поедешь? Нет? Я не пойду. Он пойдет. Нет. Я останусь. Нет. Я тоже иду. Ничего. Это меня не остановит. Да, не остановит. Да. Дети балуются. Вообще класс. Оставь. Догони тогда. Не буду ничего делать. Да. Я сейчас пойду смотреть сериал. Егор, не трогай штатив. Я сейчас пойду смотреть сериал. Все. Егор, поставь штатив. Я тебя снимаю. Штатив поставь. Ничего. Егор. Теперь моя очередь. Да, конечно. Тихо. Да, Егор, у меня камера в руках, ты видишь? Она снимает. Я знаю, не приставай ко мне, Егор. Положи камеру, тогда буду. Тихо. Да, Егор, хватит. Ладно, пока. Ты куда пошел? Нет. Ага. Ягоды собирать. Тебя папа заругает. Егор, у меня камера в руках, ты не слышишь, а что ты там? Ты не можешь поставить ее так и все? Не могу, ты ко мне пристаешь. Аккуратнее.